Привет. Так, что-то у нас сегодня ребят практически нет. Хотели поговорить про еду, вчера разговаривали, да? Эрик, звук. Давайте еще минутку тогда подождем, чтобы присоединились, и можете пока все равно задавать вопросы, чтобы я тоже на них отвечала. Про еду был запрос, только вот что конкретно про еду, что интересует? Если мы говорим про сыроедческую еду, то, конечно же, овощи с фруктами желательно не смешивать, потому что у них разные вибрации, у них разный заряд, у них разная абсолютно структура, и вырабатывается желудком различные компоненты для переваривания того либо другого. Что касаемо масла, если мы на сыроедении делаем салатики с маслом, да, и туда добавляем еще соль, то это практически смерть для наших почек. Вот, потому что в масле соль не растворяется. И это мы можем сказать, что мы съели масло, съели соль и запили это маслом. И это все наши почки приняло как для того, чтобы привет, Миш. Давай присоединяйся и расскажешь нам про период тогда сокопития. Потому что про это мы никогда не говорили. Часто передай. Ем, даже если не хочется. Но это психика. Это не в зависимости от еды же. Это не от самих фруктов зависит, либо от овощей. Это зависит от вашей головы. Вы переедаете почему-то же. Что-то вы заедаете, почему-то вы не хотите останавливаться. Что-то вам дает какой-то порыв двигаться дальше в этом направлении. Скорее всего, это страхи. Страх, что это у вас заберут. Не разрешение себе чего-либо заменяете себе разрешением на еду. Какие-то ограничения у вас жесткие стоят. В самом себе, не только в питании. Это вообще может быть не касаться питания. То есть у вас есть какие-то ограничения, которые, не знаю, могут касаться вообще абсолютно любого аспекта вашей жизни, что вы себе не разрешаете, что вы себе запрещаете. И это сказывается на питании, потому что питание проще всего разрешить. Даже если вы потом себя ругаете, но сейчас-то вы себе это разрешили. Миш, делай запрос. Привет. Вот там внизу сначала комментарии идут, потом такой плюсик идет. Вот на плюсик нажимаешь, и там, если я не ошибаюсь, можно сделать запрос. Либо нужно выйти и снова зайти, и тогда тебе будет отправить запрос на участие в эфире. А вот. О. Привет. Привет. Миш, расскажи нам, пожалуйста, мы никогда не затрагивали тему, когда люди переходят на соковое питание. Расскажи, как это у тебя было, потому что у тебя он был достаточно длительный период, и хотелось бы послушать, с чего это все началось, что тебя туда натолкнуло, сколько времени ты пробыл на таком питании, и почему сошел? Как ты себя чувствовал и почему сошел? Да случилось, на самом деле, это все достаточно спонтанно.
Я не ставил себе целью. Извините. Мы тут вон Красотка. вдвоем. Давай. Давай. Я зашел на марафон, вот подобный, как ты проводишь, только в другом месте. Это был марафон по очищению. Он длился 24 дня. Был такой же плавный заход, отказ от продуктов определенных, потом очищающие травяные травяные чаи, такие травяные сборы, и потом следующий этап был сухие дни от 1 до 3, у кого сколько получается, и плавный выход на соки, и потом переход уже, ну, в обычную жизнь, как говорится. Ну и весь этот период был 24 дня. Вот, и, ну, были очищающие клизмы там еще, в общем, все достаточно стандартно. И я зашел, ну, прошел по всему марафону, зашел на 3 сухих дня и по рекомендации начал выходить на соках. Там несколько дней, по-моему, было соки. И как-то совершенно случайно и спонтанно так получилось, что я начал выходить на соках, и это мне так понравилось, этот выход, что он затянулся, потому что это вкусно, но это натуральные соки, говорю сразу, то есть это никакие не, конечно же, не эти пакетированные, там ничего, вот этого, не магазины, ничего, а просто натуральные соки из соковыжималки, причем как бы я не знаю, сколько это правильно или нет, я по рекомендации придерживался того, что соки свежевыжатые нужно пить в течение первых 10 минут, иначе они там якобы окисляются, там что-то с ними там происходит не то и так далее. Ну, вот, поэтому вот я старался пить их сразу же, как только выжимал. Вот. Но опять же говорю сразу, что для этого нужна качественно хорошая соковыжималка. Потому что не все соки выжимаются. Ну, или, скажем так, если вы хотите пить все свежевыжатые соки, то нужна определенная качественная соковыжималка, потому что, например, сок из слив потрясающе вкусный, как выяснилось, но в сливах или там в вишнях, например, есть косточки, и немногие соковыжималки перемалывают это все вместе. То есть очистить там, ну, представьте, там, чтобы сделать там стакан там, или 2 стакана сока с вишней, нужно там перемолоть килограмм вишни. И если вы ковыряете из них ручные косточки, то это, конечно, ну, как бы, мягко говоря, заморочно. Вот, поэтому я начал пить эти все соки, мне это очень все понравилось. Они абсолютно другие по вкусу. Для меня это было на самом деле открытием. Ну, там, ананасовый сок из ананаса, это абсолютно не тот сок, который из пакета, там, те же вишни, те же сливы. Ну, то есть, то, что нам продают в пакетах, это вообще не сок, как выяснилось. Это я не знаю, из чего его делают и что это такое, но я просто открыл для себя вкусы всех соков заново. И это очень вкусно, это все очень интересно. Естественно, я в это пошел, пошел, пошел. И как само собой, я не перешел на еду, мне не хотелось есть. Я пил где-то, наверное, около двух, примерно 2-3 литров сока в день, соков разных. Естественно, налегал в первую очередь на фруктовые соки, либо моно, либо делал какие-то миксы, причем разнообразные. Вообще никаких рекомендаций там научных из интернета или еще откуда-то не соблюдал, просто пил все подряд, все, что у меня здесь есть в доступности. Это было очень вкусно и очень как-то мне заходило. Пробовал делать овощные соки, но они, конечно же, не такие вкусные, не такие притягательные. Делал микс соков, например, сельдерей с морковкой или сельдерей с яблоками или яблоко с морковками, хотя вот ты говорила, и вот, что лучше овощи и фрукты не смешивать между собой, и это как раз мой вопрос, который опять не который я все-таки хочу от тебя услышать, почему этого нельзя делать, потому что тогда я этого не знал, я все мешал, вот, потому что, например, сельдерей, он, как пишут, то есть супер полезный, но пить его просто моносок, ну,
я не мог, это достаточно гадость для меня. Вот, там, или там свекольный, например, хотя про свекольный тоже пишут, что там его больше, там, не знаю, 100 грамм нельзя, поэтому лучше его мешать там с морковкой и так далее. Вот, состояние было прекрасное, чувствовал себя хорошо, и чувства голода не было. И так я 3 месяца прожил на соках. И по наивности думал, что, ну все, супер, буду жить на соках теперь всегда. И через 3 месяца начало появляться чувство голода. Вот. И я потихонечку начал подъедать, подъедать там. Там то бананчик съем, то там ананас еще пожую после сока, там то еще что-то. И в итоге я ушел на сыроедение. Вот. Потому что почему-то соков стало не хватать. Вот. Собственно, вот такая история. Ну и дальше я время от времени делал сухие дни. Ну и, кстати, не дальше, а и в процессе я делал время от времени сухие дни. Там день, 2, 3 дня. Вот были такие. Потом вот начал вот так вот сыроедить. И была у меня там семерка, девятка. Ну и как-то так. Вот, поэтому особо я даже не знаю, что информативного в этом рассказе. Ну, вот такой опыт у меня был. Параллельно читал в интернете о том, что фруктовые соки, ну, что вообще по-хорошему лучше больше использовать, больше пить овощные соки, хотя они менее там сладкие, менее вкусные и так далее, но они как-то более не более, а меньше бьют по поджелудочной, и меньше ее, ну, как бы тревожит, потому что, ну, и ты тоже говорил, я помню, что фруктовые соки, они раскачивают поджелудочную, и это также влияет на эмоциональный фон. Ну, да, я думаю, что это так и есть, потому что к концу вот этого 3 месяцев, да, наверное, так оно и случилось у меня, потому что эмоции там такие достаточно были волнообразные там. Била через край. Да, почему нежелательно смешивать фруктовые соки и овощные? Потому что у них идет вообще разное предназначение. То есть овощи это практически все корнеплоды, это то, что наше лекарство, можно так сказать. То есть оно от чего-то лечит, это как временный эффект. Поэтому они бывают не совсем вкусные, малокалорийные, они именно идут на какое-то, на что-то, на вычищение, очищение чего-то. То, что касаемо свекольного сока, то это вообще считается природный антибиотик, причем достаточно сильный. Если мы говорим о свекольном соке, то его можно выпивать не более стакана в день. И то нужно смотреть, кому его можно пить. И после того, как свекольный сок вы выжили, ему нужно дать минимум 30 минут настояться на кислороде. Иначе он может, сильная интоксикация может быть в организме. Вот. Вплоть до рвоты там, и температуры. Поэтому с каждым овощным соком нужно быть достаточно аккуратным. Нужно очень четко понимать, что и для чего вы пьете. Это касаемо точно так же и морковного сока. Если вы будете пить этот морковный сок каждый день, то, конечно же, ваш билирубин будет зашкаливать, вы можете и пожелтеть, и печень с этим может не справиться. Она может давать интоксикацию тоже достаточно сильную. Поэтому все, что касаемо овощных соков, это нужно смотреть, для чего они, как они и зачем они нужны. Стоит ли соки разбавлять водой? Если хотите, да, пожалуйста, но обязательно дистиллированные, потому что в соках, не в соках даже, а во фруктах, там идет природный дистиллят. Вот. И если вы будете разбавлять обычно какой-нибудь водой, не знаю, там кипяченой, либо кто-то очищает через какие-то фильтры, то он у вас по вибрациям вообще очень сильно занизится этот сок, он будет хорошо.
И он вам не даст то, что вы хотите. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, что вы хотите, для чего вы хотите, почему вы пьете эти соки. И когда мы мешаем, то есть мы мешаем абсолютно разные компоненты, разные структуры разного плана. Вот. И очень часто бывает, что один продукт нейтрализует действие другого. И мы об этом очень редко задумываемся. То есть мы привыкли что делать? Мы привыкли смотреть, чем полезна морковка, чем полезен апельсин. Мы выяснили, что и то полезность несет огромную, их смешали и с удовольствием выпили. Но мы забываем, что и то в желтом состоянии, и вот это вот желтое на желтое очень часто дает интоксикацию в организме. То, что касаемо сельдерея, я бы его, наверное, больше отнесла к зелени, хотя это, конечно же, не зелень, но он сочетается как с фруктами, так и с овощами. Долгое сокопитие, оно, почему я говорю, что это должна быть именно временная лечебная диета, то, что когда мы пьем соки, у нас поджелудочная вырабатывает достаточно много всего то, что она вырабатывает, и это очень сильно по нашему гормональному фону стучит, и это имеет накопительный эффект. И через какое-то время вас может выбросить либо на зажоры, либо очень сильно пострадать ваши почки, потому что не все кислоты они могут просто перелопатить, и некоторые просто будут оседать в этих почках. И это будет достаточно нехорошее. Медвежью услугу вы себе сделаете, поэтому соки — это классно, но нужно четко понимать, для чего они вам, что вы хотите добиться вот этим сокопитием, и нужно очень четко понимать, сколько времени вы будете и на каких соках. Ну, я, кстати говоря, соки не разбавлял никогда водой. Мне как-то было жалко. Такая вкуснятина, и разбавлять водой я этого не делал. Ну, видимо, у меня так вот и произошло, что там 3 месяца оно было, а потом меня выбросило как раз на это, на зажорство, как ты говоришь. Я начал кушать. Смотрите, да, тоже вот соки разбавлять водой. Вы, получается, разбавляете их водой, и вы не получаете тех вкусовых ощущений, которые бы вы хотели получить. Вы не получаете того заряда, который бы вы хотели получить, но просто головой для себя уяснили, что я выпил каких-то там витаминов, и чтобы это было не так вредно, не столько было кислот, я разбавил водой. Мне кажется, лучше сбавить обороты по количеству сока, но не разбавлять его. Но мне кажется, больше так. И очень-очень аккуратно, особенно с овощами. И обязательно после соков, особенно после цитрусовых, нужно полоскать рот. Потому что зубы — это... Эмаль может просто покинуть вас напрочь. Ну, у меня с зубами было все нормально. За 3 месяца ничего не произошло. Ну, я имею в виду, эмаль осталась на месте. Да, ну не у всех так. Ребят, задавайте вопросы. Какие есть еще вопросы? Вопросов пока нет. У кого-то подтормаживает интернет, либо у меня, либо у тебя. Да нет, вроде все нормально. А мне что-то мы сейчас про соки или идем дальше по еде? Ну, про соки я еще скажу, что я бы не рекомендовала выходить с голода, с сухого голода на соках. Это тоже вы, во-первых, поджелудку себе можете посадить вообще моментально. Печень ваша может забиться, и вот та желчь, которая была уже готова на выход, она может остаться там же, где и стояла, и обратно даже вернуться в ваши органы. То есть это не всегда бывает очень полезно, и очень часто бывает такое, что с выхода, с сухих дней, когда выходишь на соках, открывается рвота, и бывает, что до 2-3 дней. Поэтому тоже очень аккуратно. Соки, они классные, но нужно очень четко понимать, как и для чего.
Вы хотели рассказать про энергии воды, энергии еды, энергии воды. Ну, смотрите, фрукты. Фрукты, они больше несут такое, скажем, солнечной энергии, да, которые нам нужны на определенных этапах нашего пищевого поведения. И, конечно же, фрукты желательно, то есть, когда вы уже переходите на фрукты, вы их очень, очень хорошо чувствуете, даже в магазинах там или где на рынках. Вы уже никогда не перепутаете те фрукты, которые вам нужно поесть, которые вам хочется поесть, и которые не хочется. То, что касаемо овощей, то овощи, как я уже сказала, что это больше такая, как лечебная еда. И когда мы говорим, что с овощей проще перейти на сыроедение, на автономию, это миф, это заблуждение. Мы с любой еды можем перейти. Самое главное, какая у вас мотивация. Если у вас мотивация достаточно сильная, то вы можете в раскачку перейти достаточно быстро, хоть с пельменей. Понятно, что вам будет тяжелее, но это, еще раз повторюсь, в зависимости от того, какая у вас мотивация. Чем легче питание, тем лучше вы переходите. И я все-таки считаю, что самое легкое питание – это все-таки не соки, а зеленые смузи. Вот, про энергию воды. Вода, она имеет свой цвет, каждая вода имеет свой цвет. И та вода, которая, например, колодезная, мы должны понимать, что такое колодезная вода. То есть она сначала опускается вниз, в землю, а не так давно мы начали сбрасывать в землю все, что угодно. Это мы закапываем людей умерших, закапываем животных, выбрасываем все, что нам не нужно, это идет в землю, там идет разложение. То есть раньше же не было, никого не закапывали. Но туда мы не будем углубляться. Вот. И вода, которая она идет, она сначала проходит всю смерть, а потом возвращается обратно. И вот в колодцах, в родниках, еще в чем-то, когда вы пьете эту воду, вам стоит задуматься, где эта вода. Вот. И когда вы ее пьете, чаще всего вот эта вот вода, которая из земли, она имеет красный цвет. Но я имею в виду, что вы, конечно же, обычным взглядом не увидите. Это либо видят, которые вот там энергии видят, какого цвета энергия, либо какие-то приборы, но я ни разу не видела эти приборы. Это я вам просто говорю, как я вижу. И она идет агрессивная. Эта вода, она все равно идет агрессивная. Мы получаем с этой водой агрессию. Вода, которая идет в фруктах, то она ближе к голубому цвету. Потому что она наполнена естественным дистиллятом. То есть естественный дистиллят – это солнце, в котором фрукты вот на солнышке растут, и они вот таким образом, там вода, которая есть в фруктах, она получается более полезна для нас. То, что касаемо самого дистиллята, то эта вода не хорошая и не плохая, она просто никакая. И если вам на данном этапе необходима воду, то я бы, конечно, рекомендовала ее. Потому что то, что мы говорим, что мы там заряжаем воду, либо еще что-то, ребят, вот мы можем зарядить ее, она будет, вот мы можем наговорить на нее всякого-всякого, самого прекрасного. И она у нас в стакане голубого цвета. Как только мы ее подносим, чтобы пить, она у нас прям темнеет, бывает до черноты. Но это, представляете, это то же самое, что вот, ну, не знаю, там, ну, козлен, там, поросенок, да, маленький. Вот поросенок, вот он бегает, вы его ласкаете, вы за ним ухаживаете, вы его любите, вы там его моете, там обхаживаете, все что угодно делать, и он вам рад. Вы когда его видите, он вам рад, он пищит, там дребезжит, и все у него замечательно. И он светится, когда вас видит, он светится. Но как только вы его начинаете есть, как только он понимает, что вы его убиваете, что происходит с ним? У него происходит, естественно, это не на осознанном уровне, потому что сознание, есть или нет у животных, это спорный вопрос, то есть мозг у них есть, а вот сознание, осознанность, не факт, это недоказуемо.
Вот. Но тем не менее, на каком-то бессознательном уровне, естественно, его мясо моментально напитывается гормонами смерти. Это мы все прекрасно знаем. Почему вы думаете, что с водой происходит не так? Почему вы думаете, что когда вот эта вот вода, она посмотрит ее под микроскопом, все что угодно с ней делает? Да, она пока она свободна, она может вам выдавать абсолютно разную картинку. Как только вы, она понимает, ну, она понимает, это, конечно, грубое слово, но тем не менее, да, как только вы начинаете ее пить, что уже она идет в другой сосуд, в иной сосуд, который будет ее перерабатывать под себя, что в воде это не факт, что нравится, она абсолютно сразу же меняет этот цвет. То есть если даже вы зарядили воду, и она у вас просто блаженная в этом стакане, как только она попадает в вас, она становится иной. Это тоже нужно учитывать. А еще вода, какая более или менее, как на мой взгляд, приемлемая для нашего питья, это горные воды. Горные воды, талые воды, это все, что касается талых вод. Это как раз та вода, которая имеет зеленый цвет, которая приближенная к голубому, к ее естественному цвету. И она нам дает большую экологичность, чем колодезная вода. Вот, это то, что по воде, по цветам, то, что я вижу. Может быть, кто-то будет со мной не согласен, пожалуйста, это я могу вам сказать только то, что только свое видение. Если есть вопросы, то задавайте. Заряжать надо себя, получается, а не воду. Но по большому счету, да, вообще же монахи, они же как делают? Они не... Можно попить воду хоть из лужи. Но если ты знаешь свой организм, то ты в своем организме начинаешь структурировать то, что попало в твой организм. И это действительно так. Вот. Поэтому то, что мы делаем снаружи, когда попадает внутрь, это все полностью меняет всю молекулярную структуру. Можем к смузи вернуться? Давай. Что нужно? Ну, немножко рассказать. Все-таки тоже смузи же это... Зеленый смузи это баланс. Состав в нем что? Это трава, это овощи, это фрукты. И какие там пропорции или что-то. Нужно какие-то, не знаю, правила что-то соблюдать. То есть для меня смузи это что-то непонятное пока. Например. Ну да, я бы сказала, что правила, конечно же, там есть. Конечно, правила тоже такое слово недостаточно хорошее, применимое сюда. Это желательно, если мы говорим про дикоросы, я, конечно же, придерживалась всегда дикоросов. Мне кажется, что это идеальная трава, которая нас может от чего-либо излечить. Что это? Дикоросы, дикоросы – это дикорастущая трава, которая просто на улице. Но здесь нужно очень четко понимать, какая трава. То есть ты должен тогда в ней разбираться. Потому что изначально я, мне кажется, я разбиралась во всех травах, когда я перешла на сыроедение, а потом, когда я перешла на зеленые коктейли, я в каждой травинке разбиралась на тот момент, где ее брать, какую, верхушки, низушки, там все вот это вот. И, конечно же, если мы берем какую-либо траву, то ее лучше брать одну, то есть не смешивать. Если мы берем какой-либо фрукт, то его лучше один, ну максимум два. То есть, например, бананы, яблоко, бананы, груша. И добавляем туда немножко воды, чтобы была консистенция. Чтобы была консистенция как йогурта. А какие пропорции, вы уже решаете для себя сами. То есть, когда я для себя делала, у меня было зелень, у меня зелень преобладала над фруктами либо овощами. Когда я делаю для детей, то у меня преобладают фрукты. Зелени я туда кладу не так много, чтобы им было приятно пить. И тоже касаемо овощей, то есть если мы делаем какие-то овощные смузи, то тоже, вот с овощными вообще желательно, чтобы какой-то был один овощ. Ну, максимум два, но чтобы это был прям не оливье размешанное. То есть это нужно очень четко понимать, потому что точно так же трава, фрукты, овощи, они у них есть свойство нейтрализовать какие-то действия друг друга. Угу. То есть смузи – это один овощ и один фрукт, условно говоря, да? Или там один овощ и трава?
Желательно какая-нибудь одна трава и максимум два фрукта, либо максимум два овоща. И фрукт, и овощ туда закидывать не надо. Понятно. А почему смузи лучше, чем сок? А почему смузи лучше, чем сок? Потому что смузи, оно получается, что оно нас питает, мы не садимся, как бы у нас нет голодания организма, и мы сыты, и в то же время у нас поджелудочная железа, она не прыгает, то есть у нас нет вот этого, он не просит вот эту вот гормональную структуру, чтобы мы начинали есть, чтобы он, у нас мозг, чтобы не выводил нас в состоянии голода, чтобы он нам не придумывал различные сказки. Но это, опять же, это абсолютно разное питание. Оно смузи, оно не лучше сока. Просто сок нужно понимать, когда мы его пьем, при каких условиях и сколько мы его можем выпить. А на смузи можно жить месяцами и годами даже. Я знаю людей, которые жили на смузи 1,5 года. И прекрасно себя чувствовали. На соках я таких людей не знаю. А если раньше зелень ела с удовольствием в чистом виде, а сейчас совсем ее не хочу, не лезет даже в смузи. Ну, значит, уйди от этого, не надо. Фрукты А что кислые со так? сладкими смешивать можно. Фрукты кислые со сладкими, но вообще нежелательно, потому что там же идет у них разная структура. Вы смотрите по фруктам. Какие? То есть, смотрите, еще есть такая, если вы понимаете, что вам нужна какая-то трава, вот вам хочется что-то подлечить, и вы хотите ее в смузи, и если она недостаточно вкусная, то положите туда в смузи банан, и он любую траву, даже горькую, вот эти вот одуванчики, он ее перебьет, и вы с удовольствием ее выпьете. Вот, экспериментируйте. То есть я же вам все равно говорю то, что я сама прошла, то, что я сама экспериментировала. Для вас может быть по-другому. Я очень любила бананы. Кто-то бананы есть вообще не может. Кто-то мне говорит, а можно с авокадо? Ну, наверное, можно. Но я авокадо сама попробовала. Ну, наверное, года 1,5 назад первый раз я попробовала авокадо. Конечно, я ни с какими смузи его не делала. Я его попробовала на Урале, он был как картошка. И я вообще не понимала, почему его люди едят. Поэтому, кто любит авокадо, пожалуйста, с огромным удовольствием, вы можете его только обязательно спелый, вы можете его туда добавлять, но я просто не пробовала. А пророщенную гречу, пророщенную пшеницу, да, пшеницу, говорят, тоже хорошо в смузи вот это все мешать. Что ты думаешь по этому поводу? Для меня пророщенная гречка, она была как песок. Ну, Я с ее, бананом конечно, всегда. ела, да, но мне как-то вот она не очень раз. То есть я не понимала, и сейчас я не совсем понимаю, для чего нужно разнообразить так свое питание, чтобы потом от него уходить. Вот. Поэтому чем скуднее у вас рацион, тем, наверное, все-таки лучше. Это показывает уже даже не только моя практика, но возьмите там, ну, сейчас таких стариков уже осталось мало, но особенно те старики, которые вот были там на фронте, там еще что-то. Вот чем скуднее у них было питание, тем дольше они жили. Хотя сколько стресса они пережили. И они же воспитывались вообще на страхе. И за счет того, что они воспитывались на страхе, они были такие долгожители. Ну, не все, конечно же, я не про всех говорю. А который ты второй спросил, я никогда не пробовала. Овощи на пару, что можешь сказать? Овощи на пару, но в каких-то случаях они для некоторых людей на каком-то этапе их образа жизни, они даже будут полезнее, чем сырые овощи, потому что сырые овощи и фрукты, они агрессивно идут на наш желудок. И нужно смотреть, с какого питания вы перешли, почему вы перешли и какие у вас симптомы. То есть вы можете перейти на сыроедение, у вас будет все замечательно, а месяца через два у вас начнутся как типа коликов в желудке. Вот тогда нужно осознанно отступить на шаг назад и вот, например, там гречку запаренную, овощи пропаренные или можно даже какие-то фрукты запеченные.
Вот. И, например, оставить 50% или 70% сырого, а остальное вот такое вот на пару. В каких-то случаях даже это лучше. Грибы. Ой, не. Грибы, во-первых, они очень тяжелые, во-вторых, грибы, они вообще, когда их изучали, они, получается, они даже тяжелее, чем мясо. И если мы говорим о мясе, то это, наверное, какая-то одна структура сознания, а грибы — это другая структура сознания. Но на самом деле они не сильно друг от друга отличаются. То, что мы не можем погладить и поговорить с грибами, это не говорит, что они прям совсем какие-то неживые. Они даже бывают, что больше живые, чем какие-то животные. Поэтому грибы, я никогда их не рекомендовала. Сама пробовала несколько раз, когда была на сыроедении. Очень четко было такое физическое даже состояние, очень сильно отличалось. Вот. И поэтому я их очень быстро убрала из своего рациона и больше не экспериментировала с ними. А по поводу семечек и орехов, и их еще говорят, что нужно замачивать, чтобы якобы они как-то Оживить. оживились, да, что-то в этом роде. Ну, Что ты смотрите, думаешь? семечки и орехи — это вообще разные вещи. Семечки, они более нежные для нашего организма, их нужно замочить, чтобы немножечко оживить, но они на каком-то этапе нужны. То есть уже на продолжительном сыроедении их нужно убирать. На первых стадиях сыроедения они очень нам нужны, чтобы как минимум чувствовать себя сытыми. Что касаемо орехов, то они нужны нам только на первых стадиях сыроедения, потом их нужно исключать, какие бы они замоченные не были. Потому что орехи — это всегда слизь в нашем организме. Сколько бы мы их ни съели, это если мы на сыроедении избавляемся от слизи, то на орехах мы ее приобретаем буквально с двух-трех орешков. Поэтому это только начальная стадия сыроедения. Питание в основном сыроедение, но стоит поесть варенки, сразу поднимается температура, иногда до 38 доходит. Ну, чистка организма идет, то есть у вас организм борется с чем-то. Нужно смотреть, какую варенку вы съедаете. И вот она у вас поднимается до 38. Это нужно смотреть, почему она поднимается, почему так организм тщательно ее начинает выводить. А капуста квашеная без соли, ну, тоже на первых стадиях. Только на первых стадиях, потому что капуста, она имеет очень сильные токсины, и она даже имеет какие-то яды. Я их не помню, как они называются, но если вы будете много есть капусты, особенно более чистый организм, когда у вас станет, вы будете чувствовать, как у вас голова болит прям. Это есть такое, поэтому тоже аккуратно. Говорят, еще картофель тоже лучше не кушать, потому что много крахмала. Это так? Ну, Картофель не из-за крахмала. В нем тоже есть вот этот компонент, который проявляется как яд. Потому что крахмал мы можем убрать. То есть на начальных стадиях сыроедения, когда я только начала сыроесть, я ела картофель сырой. Как он делается? То есть это когда нужны при начале сыроедения, когда хочется еще что-то теплого. Я себе с картофелем делала теплый салат. То есть его режешь, желательно, ну, чистишь, естественно. И вот эти вот терки, которые для корейской морковки, вот на этой терке я его натирала, чтобы он был тоненькими палочками. На 2 минуты буквально его запариваешь кипятком. За счет этого крахмал весь уходит с картофеля. И потом туда добавляешь, то есть всю воду сливаешь, и туда добавляешь, например, огурчик и зелень. И получается теплый, очень достаточно вкусный салат. Но это тоже только на первых стадиях. Потом этот картофель, он отвалится, тебе уже его не захочется есть. В последнее время сильно стало тянуть на соль. Стало солить салат морской солью. С чем, может быть, это связано? На сухие начала чаще заходить, и организм, мышцы не добирают
жидкости, и поэтому у тебя просит соль. Чтобы мышцы добирали жидкости, выходим с полынью, в полынь добавляем лимон и немножечко какой-нибудь сладости. Это может быть мед, это может быть там какие-то сиропы, там сироп топинамбура, по-моему. Вот. И тогда соль у вас, она отступит на задний план. То есть мышцы будут добирать ту жидкость, которую им нужно, и не будет так хотеться соли. На картофель больше всего организм негативно реагирует. Значит, убирайте. Ну, мед же тоже считается как бы не сыроедческая еда. Не Даже сыроедческое, да, но на определенных животных. стадиях вот нужно что-то сладкое в любом случае. Если мы не добавляем, вот если такая ситуация у нас происходит, что начинает организм просить соль, нам нужно его восполнить чем-то. Но мед, по моему мнению, мед более экологичный, чем соль. Но если кто-то мед принципиально не ест, то есть же всякие различные сыроедческие подсластители, воспользуйтесь ими. Нужно, чтобы эта полынь была, вот она идет, у нее естественная горечь, у нее естественная соль, которую мы не чувствуем. Потом идет кислота от лимона, и должна быть еще сладость какая-то. И мы полный спектр начинаем пить после сухих дней, и тогда у нас вот этот вот жор, он пропадает. Есть такой продукт, соль из сельдерея, якобы заменяет обычную соль, и при этом нет вот этого негативного действия. Возможно, потому что в сельдерее очень много соли. Есть еще такое, я себе делала, покупала сушеные помидоры, просто сушеные помидоры, их можно дома в дегидраторе сделать. Их размалывала на кофемолке и ими тоже солила. Но помидоры тоже такой продукт, который фиг его знает. А этим тоже можно, да. В сельдерее много соли, калия, который задерживает влагу. Да, и есть прямо вот он перемолотый сушеный сельдерей, и он называется сельдереевая соль. Ну, фактически это то же самое, как ты говоришь про помидоры. Я так думаю, что просто в дегидраторе посушенный и перемолотый мелко. Ничего больше. Да, ребятки, задавайте вопросы, потому что через 3 минутки отключаться, мне хоть быстренько уроки проверить. И на основной странице моей в 20:00 будем встречаться, говорить про сон. Давайте, задавайте. Жанна, ты сменила аватарку, я тебя сейчас не всегда вижу. Про овощные салаты тогда, может, еще пару слов скажешь. Общий подход. Делать, не делать, какие ограничения, что, как. С маслом, Овощные без салаты. масла. Да, овощные салаты это здорово, но нужно очень хорошо понимать, что в овощные салаты мы не смешиваем более 3 овощей, ну максимум, если какие-то праздники, более 5. И это уже все, это прям максимум. А в эти компоненты я не считаю зелень, то есть зелень может идти отдельным ингредиентом. То есть я говорю только про овощи. И если вы делаете овощной салат, туда не добавляйте фрукты. Если вы его делаете заправку масляную, то соль не добавляйте, потому что это просто будет караул для наших почек. Если вы делаете фруктовые салаты, то тогда, пожалуйста, делайте фруктовые салаты, и очень много тоже есть заправок, которые вы можете сдобрить. Вот. Но соль с маслом просто яд. А по поводу Светоч. уксуса. О, уксус ни в коем случае нет. Это максимум, что Даже лимонный сок, яблочный, либо который был. грейпфрутовый сок, либо... Не-не-не. У него, вот, у него настолько низкие вибрации, он вас просто будет занижать и убивать. Даже если вы Лучше. делаете самостоятельно эти уксусы, не, я не рекомендую. Лучше лимонный сок Да, использовать. про сухие я еще не выкладывала. А? Лучше лимонный сок тогда вместо уксуса, если есть потребность в этом. Да. Да, лимонный сок. Дашенька, нет, не выкладывала еще это упражнение, выложу обязательно, я все время про него забываю. Михаил Советов говорит про сон, что он очень полезен.
Ну, как бы здорово. Я же не претендую на истину. Я просто буду рассказывать свой опыт, то, что я почувствовала, с чем я это связала, и вот свои мысли я буду рассказывать вам. Я не говорю, что это истина в последней инстанции. Вы можете спать, вы можете есть, вы можете делать все, что угодно. Я просто рассказываю свой опыт. Срезонирует он вам или нет, это уже как вы будете на это смотреть. А лимон или лайм? Можете лимон, можете лайм. Это абсолютно разные соки. То есть лимон дает кислинку, а лайм будет с горчинкой еще. Посленовые вредны для организма. Вы потом не сможете их есть, потому что посленовые, они будут вызывать аллергию практически потом от любого овоща или фрукта. То есть они имеют накопительный эффект. Поэтому, если вы поели один день помидоры, и с вами ничего не случилось, на следующий день еще поели, а через неделю вас обсыпало, и вы думаете, ну вот надо же, какая была груша нахимиченная. Это были помидоры недельной давности. Спасибо за сердечки. Ребятки, буду закругляться тогда. Пишите, какую тему следующую раскроем. И жду вас в 20:00 на своей страничке. Поговорим про сон. Задавайте вопросы. Самые-самые каверзные. Будем разбирать все. Все, давайте всех обнимаю. Миш, спасибо огромное, что был с нами, что рассказал свой опыт, поделился. Нам это Спасибо правда очень тебе. важно и очень интересно. Спасибо. Мне тоже приятно, и это интересный опыт для меня тоже делиться. Спасибо за эту возможность. Все, давайте обнимаю. Внимание, счастливо.